Из заслуг строителей грандиозная реконструкция бульвара у кинотеатра «Аврора». По распоряжению главы Краснодара Владимира Иванова, вокруг аллеи сегодня уже начали убирать ограждения. Основные строительно-монтажные работы здесь уже выполнены. Осталось расчистить территорию, благоустроить газоны, высадить деревья и цветы. Сегодня специалисты проверяли работу главной достопримечательности бульвара – плоскостного и каскадного света музыкальных фонтанов. Каскадный состоит из трех водных чаш, выложен гранитом и отличается от других фонтанов города наличием 24 танцующих форсунок, который рисует 3D-изображение в воздухе. Специалисты отладили синхронизацию звука и света. Сейчас фонтаны работают в тестовом режиме, и горожане уже могут любоваться водной феерией. Изменения произошли и на аллее от кинотеатра до улицы Гаврилова. Полностью обновлена тротуарная плитка, ею выложены 24 тысячи квадратных метров, установлены 76 фонарей. Совсем скоро прогулочная часть сквера пополнится новыми скамейками и урнами. Наводится, как видите, порядок, вычищается все, вымывается. Мы готовимся к Дню города, к открытию, как и обещали. Ну, соответственно, сейчас остались пусконаладочные работы. Горожане могут видеть, что фонтан включается по вечерам. Подсветка, музыка, прогонка идет сейчас. Ну, в общем, все в плановом режиме, как и планировалось, все идет к открытию. В ходе реконструкции площадь перед «Авророй» расширили. Она стала комфортнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь установили перилы и пандусы для маломобильных граждан. Строительные ограждения еще стоят у перил кинотеатра. Их тоже ждет реконструкция.